Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Наразі говоримо про таке. Чи зросте ціна споживчого кошику перед Новим роком та чому дешевше долар? В наших гостях сьогодні Михайло Крапивко, економічний експерт. Вітаю, Михайло. Добре. Ще ж почнемо з того, що головне питання, чи зростуть ціни традиційно вже так перед Новим роком? Ну, традиционно, конечно, они подрастут. Это не только традиция, это обусловлено и экономическими принципами. То есть перед любым праздником есть повышенный спрос на определенные продукты питания, на определенные товары. И в связи с этим, там, где есть повышенный спрос, там есть возможность как бы увеличить цены. Потому что экономика у нас информационно-генная, и любая информация о повышенном спросе всегда порождает рост цены на эти товары. Поэтому это не только традиционно, это закономерно. И так у нас происходит каждый год. Вопрос в другом, скорее всего. Вопрос в том, выйдет ли это за обычные нормативы. То есть факторов, которые могли бы говорить о том, что в этом году это будет повышение большее, чем обычно, таких факторов на данный момент нет. Наоборот, есть даже где-то сдерживающие факторы, потому что обычно у нас как бы одна информация нанизывается на другую. Первое – повышенный спрос, второе – доллар подрос. Доллар у нас сейчас не подрастает, поэтому… Как бы дополнительных факторов, которые могли бы вызвать дополнительное увеличение цены на праздничный стол, его нету. Ну, про доллар ми трохи згодом поговоримо. Скажіть, про які продукти йде мова, які можуть підвищитися традиційно? Там, наприклад, хліб, цукор. Ні, хліб, сахар, крупи сюди не входять. Сюда входят те товары, которые у нас используются как бы для праздничного стола, те продукты. Это мясо, это птица, это тот же майонез, яйца, овощи, фрукты. До речі, бачила, що в інтернеті пишуть, що може здорожчати олія. Она у нас і так цілий год росла. К Новому году, ну, вряд ли на праздник будет повышаться цена на растительное масло, потому что такого у нас никогда не было замечено. На які продукти, наприклад, якщо підвищується ціна, відчують найбільше люди? Це ці традиційні? Ну, це традиційно та же свинина, традиційно те же яйца. Ну, то есть те товары, те продукты, которые в основном используются для праздничного стола и мало используются в повседневной жизни. Вот на эти продукты вырастет больше всего цена. Яке підвищення ціни населення може не відчути взагалі на собі? Ну, скажем так, мы уже не чувствуем на себе постоянный рост цен. У нас, в принципе, за год... По данным Госкомстата, продукты питания, инфляция на продукты питания составила порядка 30%. То есть каждый месяц мы до 5% просто не ощущаем, они для нас уже привычные. То есть это уже такая норма? Да, это пока у нас норма, к сожалению. І немає інформації про те, що і прогнозів про те, що після Нового року ціна може знизитись. Ну, після ціна знизиться, але незначительно. У нас тенденція така, що спочатку ціна піднімається там, скажімо, на 10%, потім опускається на 6%, і все одно в плюсі залишається 4%. Добре, а щодо заробітної плати? Мы бачим, можешь посмотреть. Ну, что касается доходов граждан, здесь ситуация немножко сложнее. У нас с 1 декабря повышается размер прожиточного минимума, установленный госбюджетом на этот год, и увеличивается минимальная заработная плата с 6 тысяч до 6,5 тысяч. При этом понятно, что дополнительных доходов у предприятий и предпринимателей как бы не возникает, а расходы уже возникают. То есть надо пересчитывать штатное расписание, оклады, надо увеличивать или платить хотя бы налоги не меньше, чем с новой минимальной зарплаты. В связи с этим вполне вероятно, что уже начался процесс оптимизации труда, то есть сокращение дополнительной нагрузки на оставшийся персонал,
А оснований для того, чтобы общие доходы граждан как-то увеличились, их пока нет. Единственное, что здесь мог сыграть такой фактор, как трудовая миграция, но здесь нашей экономике как бы повезло, потому что в мире сейчас локдаун. То есть трудовая миграция, она открыта, но в очень ограниченном размере, в ограниченные страны. Скажіть, чи радите ви перед Новим роком міняти гроші на долари або з доларів на гривні? Ну, з доларів на гривню міняти будуть більшість, тому що в течение року накапливають наш народ средства в іноземній валюті. Хто в доларах, хто в євро, але в основному це в доларах. Тому міняти будуть всі. І це визове відповідне рухання курсове. То есть курс покупки резко просядет, при этом может увеличиться маржа между покупкой и продажей. Ну, то есть разница. А покупка точно просядет, потому что будет массовая, скажем так, сдача валюты. Она всегда у нас происходит перед праздниками, перед сезоном отпусков. Тобто ви не радите міняти долари, купляти долари? Нет, если у вас накопления сегодня сделаны в долларах, и вам, вы видите, что вам понадобятся эти деньги, ну, лучше их пораньше до праздников поменять, пока не начался вот этот вот спад. А покупать доллары, ну... А от доллар взагалі, яка наразі на ринку його ситуація? Ну, смотрите, в последнее время у нас ситуация на укрепление гривны, то есть ослабление доллара, это абсолютно не связано с ситуацией в экономике США, как многие пытаются нам объяснить. Это внутренняя ситуация. Внутренняя ситуация заключается в чем? Она заключается в том, что на межбанковском рынке спрос на иностранную валюту резко просел, а выручка приходит в иностранной валюте, она выходит на продажу. В результате этого для, скажем так, поддержания более-менее стабильности национальной валюты Нацбанк уже не раз выходил на валютный рынок и скупал излишки валюты. За счет этого, там, по-моему, на 3 миллиарда долларов увеличились резервы Нацбанка валютные. Но эта ситуация, когда предложение больше спроса, она вызывает удешевление валюты. И в результате мы на сегодня имеем курс 26,3 где-то, ну, в этом пределе. Хотя нам в начале года обещали, что мы к концу года выйдем с 27,5. Угу. Такие обманутые ожидания. До речі, що таке, от я бачила новину, так і називається, так? А долар може впасти до психологічної відмітки. Що таке взагалі психологічна відмітка? Ну, це, скажем так, тот уровень ціни, который ми собі в голові наметили. Ну, от в начале года у нас там було, скажем, отметка, що вище 28 он не підніметься, хоча многие кричали, що он буде 30, 35 і так далі. И люди приобретали валюту, откладывали деньги, скажем, там по курсу 26,5, 27 и так далее. Если сегодня им придется продавать по 25,9, это уже ниже их психологической отметки. То есть они предполагали, что они не потеряют на валюте, а наоборот заработают, сберегут деньги. Это и есть психологическая отметка. Также, как им обещали, что к концу года будет 27,5, они рассчитывали, что они продадут валюту, ну, хотя бы по 27. А им придется продавать по 26. Вот это и есть психологическая отметка, те граничные условия, которые мы у себя, скажем так, в мозгу отбили. Это абсолютно индивидуально для каждого. Это абсолютно индивидуально, абсолютно зависит от ожиданий каждого, от его личного прогноза. Его личного расчета. То есть, когда человек принимает какое бы то ни было решение, например, там, поменять свободные деньги с гривны на доллары или обратно, он себе проводит какую-то черту. Я правильно розумію? Тобто, наприклад, таке, що засоби масової інформації пишуть таку новину з таким заголовком, то, скоріш за все, це така дуже суб'єктивна думка журналіста. Це суб'єктивна, скажімо так, может быть основана на
скажем так, количественном анализе в редакции ожиданий народа. Если помните, 2014 год, премьер Яценюк выходил и рассказывал, что если доллар поднимется выше 12 гривен, то это крах экономики. Он поднялся до 28, экономика не рухнула, но психологическая отметка у всех в голове была 12 гривен. Ага, ось так, все зрозуміло. Добре, а коли взагалі, ну, зазвичай долар підвищується, от такі в нього скачки, от Новий рік, якщо ми говоримо на лічному ринку, то праздники відпустка – це період, коли гроші міняються, так? Літо і Новий рік. Ну, любые праздники, ну почему только Новый год, 8 марта там, ну, у нас праздников хватает. Любые праздники – это те моменты, когда люди массово там накрывают столы, отдыхают и так далее. Поэтому здесь курс просаживается. После праздников он отрабатывает обратное движение. То же самое период отпусков, он делится на несколько, скажем так, можно его разделить на несколько подпериодов. Первый подпериод – это внутренние отпуска, когда внутри страны люди едут, тут они меняют доллары на гривну. И внешние отпуска, когда едут за границу, тут они наоборот приобретают евро и доллары. В одном случае движение идет вниз, в другом случае движение цены идет вверх. До речі, відразу хочеться вас запитати, де вигідніше все ж міняти долари? Ну, я розумію, таке питання трохи нелогічне, адже там чи банки, чи це маленькі крамнички? Смотрите, де... на сьогодні у нас великої різниці між банком, обмінним пунктом і вулицею нету. Різниця небольшая. Ну, в банках підробка точно не буде. Но, да, тут ви праві. Но в банках, ну, буває, но очень рідко. В основному деньги гарантовано, скажем так, реальные, живые. Нету подделки, нету обмана. Больше всего вероятность обмана у нас на улице, да? Там вам могут и фальсификат всунуть, и могут вместо 100-долларовой купюры ловкостью рук 1-долларовую дать. Поэтому вопрос в рисках, вопрос доверия. Да что, проверяем, не відходячи від каси. Ну, вы не возьмете с собой детектор валют. Хоч дивитися, перерахувати гроші, подделки, як мінімум, так? Если это подделки серийные, такие, как у нас там, страны Ближнего Востока любят делать, Афганистан в свое время делал и другие, там где это почти на государственном уровне изготавливается, вы их так не определите. А банковский детектор их все равно определит. Добре, а яка ситуація з євро? Ну, теж воно впало. Але не так. Нет, давайте не говорить, что євро упало. Просто укрепилась гривна. Да, а євро... Вопрос в том, к какой базе мы смотрим. То есть, что мы берем за точку отсчета? Мы можем взять стоимость золота на мировом рынке, мы можем взять доллар на мировом рынке, мы можем взять евро на мировом рынке или российский рубль. И относительно любой из этих величин будет абсолютно разное движение, правильно? Поэтому все зависит. Если мы говорим о отношении евро-доллар, то есть доллар и евро между собой отношения, то это одна история. Если мы говорим отношение золота, евро, золото, доллар, это другая история. Если говорить об отношении евро-доллар, то тут надо понимать, что здесь еще играет роль большую, скажем так, экономическая политика каждой из валютных зон Европы или США. Почему? Потому что США выгодно, чтобы доллар по отношению к евро стоил дешевле и наполнять США, и США в таком случае будет наполнять Европу своими товарами и получать дополнительную выручку и дополнительный приток валюты. Европе выгодно обратное движение, поэтому здесь все время идет такая легкая война. Так же, как в Украине, идет постоянно война экспортеров и импортеров. Импортерам выгодно, чтобы валюта была дешевле, экспортерам выгодно, чтобы валюта была дороже. Якщо дніпряни не хочуть зберігати гроші у гривнях, а хочуть принципово міняти на іноземну валюту, як ви порадите це? Будуть євро або долари? Ну, це залежить, во-первых, від того, які гроші, наскільки довго ми їх збираємося накапливати.
Если это короткие деньги, там до года, то я не вижу смысла в обмене их на валюту. Якщо це положите на депозит, пусть там будут эти 10-11%, но это будет какой-то прирост. Валюта у нас может сыграть очень интересно. Если это длительные деньги, там от года до 3-5, можно накапливать их в иностранной валюте. Ну, наверное, все-таки более безопасно будет в долларе, потому что мы видим, что еврозона, она как-то раскачивается, да, Европа единая. То Великобритания вышла, теперь с Польшей вопрос, и смена власти в Германии тоже не на пользу, скажем так, пойдет еврозоне. Поэтому евро, скажем так, более рисковая валюта. Ну, у нас же есть еще любители накапливать в криптовалюте. Ну, це вже зовсім інакша окрема тема, да. Так. Ще таке останнє питання. Повертаючись до продуктового кошика, до продуктів, якщо у нас буде локдаун, то ціни можуть підвищитися при наявності такого ж локдауна, як був в тому році? Можуть, звісно, але несущественно. Це сугубо буде по психологічному фактору, тому що, якщо говорити об економічному факторі, то как бы урожай собран, все уже сделано. Что может мешать поставке товаров? Логистика. Логистика в локдаун работает. То есть транспорт ездит, возит. Ну, это просто попыт взрасте и пусти полиции. Попыт не взрасте. Человек от того, что сидит дома, и, ну, вы помните, как гречку гребли в том году? Это психологический фактор. Это паника. Это психологический фактор. А я говорю об экономических факторах. Экономических факторов нет. Сработать может только психологический фактор. Мы можем побежать за стиральным порошком, за туалетной бумагой, за гречкой, я не знаю, зачем еще, за спичками, за салфетками, ну зачем угодно можем побежать, но это сугубо психологический фактор. Потому что прошлый даже локдаун нам показал, что дефицита ни туалетной бумаги, ни гречки не было. Просто многие до сих пор пользуются теми запасами. Я не думаю, что они рады от того, что заморозили деньги на такой длительный период. Ну, все ж сподіваємося, і захламили квартиру, і викинули испорченную гречку. Це точно. Чи будуть питання? Так, скажіть, будь ласка, наскільки все ж таки у цифрах відсотків зросте ціна на продуктовий кошик? І чи є якийсь окремий продукт, на який цена? Ну, окремые продукты я уже называл. Что касается роста цены, то, скажем так, праздничный коэффициент – это порядка от 5 до 10-15% прироста цены. И за каких часов очековать снижение? Ну, сразу после праздников начинается снижение. Отгуляли. Вот сколько у нас там будет праздничных дней на Новый год? Вот. С выходом людей на работу цена начнет возвращаться к какой-то отметке. Она не вернется на тот же уровень, скажем, или вернется не по всем продуктам, но приблизится к стартовой отметке. Все, питань немає. Дякую, що сьогодні до нас завітали. Нагадую, в наших гостях був сьогодні Михайло Крапівко, економічний експерт. Говорили про ціни на споживчий кошик, про ціни до Нового року, які традиційно зростуть, та про курс долара та курс євро. Дякую, що були з нами. Мене звати Анна Горбунчук. Побачимося завтра.